человек порой до того доходит, что он и намаз в Рамадане оставляет. Но постится. Какая польза от твоего поста, если ты не выстаиваешь намаз? Человек, даже если всю жизнь будет поститься, если все свое имущество отдаст как садаки, если каждый год будет совершать хадж, если каждый месяц будет совершать умру, ничего из этого не принца без намаза. Аллах Всевышний в Коране сказал: «Фахалафа мин бадихим халфун адау салата ват табау шахават». И пришло после них поколение, которое оставило намаз и последовало за своими страстями. Они оставили мечети. Ну куда они отправились? Они отправились в ночные клубы. Они отправились на дискотеки. Они отправились на футбольные поля, за экраны телевизоров. И каково же будет их воздаяние? Фасауфа ялкауна гайя. И они встретят гай. Это долина в аду. Умар бин аль-Хаттаб, радиаллаху анху, говорил: нет удела в исламе у человека, который оставил намаз. Сподвижники, радиаллаху анху, не видели вещь, они не видели вещь, оставление которой является неверием, кроме намаза. И вот этим вопросом человек должен себя спросить. Первое, за что человек будет рассчитан в день суда, это его намаз. Это не будет первое дело, на которое посмотрят, не будет то, что ты хорошо к своим родителям относился. Этим делом не будет, что будет смотреться, сколько ты садака дал, или сколько ты поста держал, или сколько ты хадж совершал. Первым делом, за которое будет рассчитан сын Адама в день суда, будет намаз. И если он будет хорошим, то будут благими его остальные дела. А если он испортится, испортятся и остальные его дела. И человек должен хранить намаз как в этом месяце, так и в другие месяца. Так как Бог, которому ты поклоняешься в этом месяце, жив и в другие месяцы.